Всем привет! Вы смотрите канал Ананасленд, канал с самыми актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. 17 апреля на телеканале НТВ пройдет первый полуфинал шоу «Маска». Авторы программы сообщили, что на сцену выйдут два новых персонажа. В шоу «Маска» артисты выступают в ростовых фигурах. В полуфинале перед зрителями выступят также «Бычок» и «Мышка», которые после исполнения песен снимут свои маски. Это внеконкурсные выступления. Также в маску вернется Заяц, который подготовил подарок для одного из членов жюри Валерии. В шоу «Маска» остались 6 артистов под масками Анубиса, Дракона, Козерога, Монстрика, Мухомора и Пчелы. Один из участников покинет проект в ближайшее воскресенье. А кто ваша любимая маска? Напишите в комментариях. Вы смотрели канал Ананасленд. Ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик. Ананасленд. Ананасовое настроение.